Что это? Это робот. Но только необычный какой-то, супер продвинутый робот. Может, он японский? Да, точно японский. Что ты делаешь? Не надо. Мне кажется, он не желает нам зла. Правда? Может, ты еще узнаешь, зачем они устроили тут между собой бои без правил? Ему от меня что-то нужно. Что? Тот второй спрашивал о моей распродаже. Я более странных, чем ты, не встречала. Ты умеешь говорить? Цифровой сигнал доносит до вас. Добро пожаловать на шоу. Ты умеешь говорить только как радио? Спасибо. Просто чудо, чудо. А что ты устроил ночью? Что это было? Звездный флот, капитан. Кирк вызывает Энтерпрайз. Пустились словно посланники небес. Они посланники небес? Ты пришелец какой-нибудь? Еще о чем-нибудь спросить хотите? Ничего себе. Он приглашает нас сесть. И куда-то уехать? 50 лет спустя ты будешь жалеть, что у тебя не хватило смелости сесть в машину. Чего ты там не сядешь? Я не хочу туда, он ведь сам рулит. Да. Ты права. Может, на колени мне сядешь? Зачем? Ну, только здесь ремень есть. Так безопаснее. Хорошо. Сядешь? Да. Отлично. Вот так. Да, так получше. Хорошо. А с ремнем ты это ловко придумал. Спасибо. Мне одно непонятно. Если он такой весь из себя супер продвинутый робот, зачем он трансформировался в эту полуразвалюху команды? Вставай, ему не понравились твои слова. Ну нельзя же. Вали с дороги! Ну отлично. Видишь? Это фантастика. Ты его обидела. Какая чувствительная машина. $4000 свалили от меня. Нифига себе.